Отвечает ли гостиница требованиям безопасности? Это проверяли в аппарате антитеррористической комиссии Чувашии. Результаты озвучили сегодня на заседании в Доме правительства. Видеокамеры, металлоискатели и специально обученный персонал. Вот минимальные требования безопасности гостиниц, а также хостелов и баз отдыха. Но паспорта антитеррористической защищенности получили далеко не все объекты туризма республики. В апреле текущего года в адрес руководителей гостиниц и других средств размещения Минкультуры было направлены методические указания по проведению обследований гостиниц для их категорирования и паспортизации. В конце мая этого года Минкультура также провело совещание с руководителями структурных подразделений в сфере культуры муниципальных районов и городских округов Чувашской республики. Город Чебоксары, всего 62 средства размещения. Паспорта безопасности получили 16 гостиниц, 2 предприятия гостиничного типа и 3 организации отдыха и баз отдыха. 16 паспортов только оформлены. Понуждать нужно тогда вообще. Все расписываются во главе с Минкультурой беспомощности, какой-то своей бездеятельности. И во всем остальном такое впечатление складывается. Предпринимателям, работающим в сфере туризма, установили крайние сроки. Паспорта безопасности гостиницы должны получить до марта следующего года, отметил председатель Кабинета министров. Еще одна тема заседания комиссии – профилактика терроризма. Наиболее эффективно работа по профилактике терроризма была организована в Минздраве, Минэкономразвитии Чувашии, АТК города Чебоксары, Аликовского, Урнарского, Козловского, Шимуршинского районов. На повестке дня и подготовка к новогодним праздникам. Оперативные службы перейдут на усиленный режим несения службы. Обращаю внимание Министерства образования, Министерства культуры на необходимость обеспечения мер безопасности в местах проведения мероприятий. В первую очередь организация пропускного режима досмотровых. Традиционно особое внимание будет обращено к культурно-массовым мероприятиям в новогоднюю ночь. За эффективность профилактическую работу и противодействие идеологии терроризма в интернете Иван Моторин вручил благодарности и часы от главы региона. Среди лучших и студенты вузов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.